Александр Захарченко в торжественной обстановке вручил выпускникам Донбасской академии архитектуры и строительства первые дипломы российского образца. Глава республики отметил, что этого события ждали все жители Донбасса. Заслуженные документы об образовании получили 18 дипломированных архитекторов и строителей. Вы первые люди, вы все уже история, честно, которые получили эти дипломы. От всего сердца хочу поздравить вас с этим для вас знаменательным, даже не то, что для вас, для нас знаменательным днем. Сказать вам огромное спасибо за то, что вы хорошо учились. И пожелать вам в дальнейшей жизни тех успехов, той большой светлой удачи, которая, я уверен, сопутствовала вам даже в этом. Огромное вам спасибо. В общем, мы очень переживали, что нам вообще не дадут дипломы. Думали, что, ну, Россия нас поддержала и выдали нам ростовские. Защита у нас проходила в нашей академии, в родных стенах. Мы защищались по скайпу. С ихней стороны было тоже 3 профессора, которые нас слушали, задавали также нам вопросы. Потом мы свои дипломы еще, ну, туда им отправили. Они еще раз все проверили, посмотрели. Сказали, что работы всех студентов, без исключения, выполнены на очень на высоком уровне. Я очень рада, что нам выдали дипломы российского образца, нам выдали дипломы нашего вуза. Мы все этим гордимся. Мы гордимся тем, что мы из Донбасса, и мы будем отстраивать, мы будем восстанавливать все то, что было разрушено, и мы отсюда никуда не денемся. Что касается защиты, то защита наша проходила достаточно в жутких условиях. В этот момент была очень большая бомбежка, и как бы коллеги из Ростова предлагали перенести защиту, но все-таки защита была не перенесена, мы все-таки защитились, и очень рады тому, что все-таки мы защитились, мы успели. В январе этого года Министерство науки и образования Российской Федерации предложило вузам ДНР заключить договоры о совместной подготовке специалистов высшей квалификации и выдаче двойных дипломов. Такие дипломы позволят выпускникам трудоустроиться по специальностям в Донецкой и Луганской народных республиках, Российской Федерации и в тех странах, где котируются российские дипломы. Дарья Черничная, Максим Крапивко, Новороссия ТВ.